Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ранний доступ, задание дня. Давай посмотрим. Воспользуйтесь стратегической колодой разгрома. Все, что можно съесть. И подкормите маленьких растений для пира вампиренка и ненасытного зомби. А благодаря черной дыре ваши жертвы окажутся там, где они вам нужны. О как. Значит, играем за разгром. Ну что ж, давай посмотрим. Такс. Черные дыры. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, пока у меня нету первого хода. Перемещает, да? 2-6. А не пошел ли ты лесом, парень, а? 2-6 он захотел. Жучара несчастный. Блин, что делать? Давай так попробуем. Ага. Притянули. Так, вот этого передвинем вот сюда. Нормально. Поехали. Хлоп. И готово. Так, что дальше делаем? Вампиреныш. А ну-ка, давай сюда поставим тебя. Так, ну допустим. Допустим, друзья мои. Так, дальше-то что сделать нам лучше и как сделать? Тан-тан-тарен-тан-там. Блин. Пока ничего не буду делать, посмотрим. Ты смотри, ты смотри-ка, а. 2 плюс 2, да? 5 в лицо-то мы получим, ребята. Ой, как неприятно. А другого-то варианта все равно у нас не было, да? А давай вот так проверим. Че задумался-то, орех? Вот это разве, ребята, справедливо, а? Скажите вот мне на милость. То есть я еще и урон получу. Прям вот бесит. Давай сделай вот так вот. И вот так. Ну, кто там у него сейчас? Посмотрим, ребят. Кого он поставит? Ты серьезно? И он сейчас еще и кого-то выставит, да, сюда? Молодец. Почему-то я даже не сомневался, ребята, вот в этом. Ну это что, нормально, что ли, а? Это далеко, ребят, ненормально. Ладно, этого мы уничтожим. Появился. Так, поехали, короче, сделаем. Так. И так. А дальше будем смотреть, кого он там сейчас будет вызывать. Этого я уничтожу, ребята. Что вытворяет? Он уничтожает мне зомби. Ну я тоже этого собираюсь уничтожить ему. Но получают
5, 6. 6 в лицо, ребята, сейчас. Точнее, 5 в лицо. Ну да, 6. Вот это вот плохо. Давай так сделаем. Посмотрим. Ну ты серьезно, что ли, а? Ладно, придется применять. Не зря я, ребята, это сохранил. Всех в трубу. У него две карты, у меня одна. Причем у меня ландшафт. Вот объясни мне, как я здесь должен играть, а, ребят? Орех. Бомбочка. Ой, два в лицо. Ну, хотя бы что-нибудь да выпай. Может быть, хилка нам достанется. Было бы неплохо. Отлично. Нам выпала хилка. Угу. О. Пиу. Так, ребята, 8 хп мы ему оставляем. Вампирчик, друзья мои, вампирчик. Ой-ой-ой. Так, ребят, 4 хп. Спасибо за фараона. Спасибо за фараончик, ребят. Угу. Ах, вообще красота, ребят. Вот здесь, конечно, мне не совсем нравится. Он наше положение дел. Сейчас у него что будет? Либо орех, либо защита. Неуязвимость. Лишь бы карту вытянуть, да? Лишь бы карту вытянуть, я так и понял. На тебе. Ай, блин, у него же защита стоит. О! А вот это уже красота, ребята. А вот это уже красотища. Ну, естественно, уже не знает, что делать, и начинает там вытягивать. Пробить не пробьет, ребята. Пока у меня находится этот парень, он нас не пробьет. А вот сейчас мы ему в лицо зарядим, ему крышка. Все. На самом деле был довольно-таки сложный поединок. Я думал, что мы все-таки сфейлимся. При том, как он резво начал играть, я думал, все, не выживем. Так, ну что, ребята, вот у нас задание. Грибное безумие. Разыграйте 3 гриба. Так, разыграйте 3 растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца. И разыграйте 2 зомби на воде. Так, ну что, в первую очередь, я думаю, сыграть надо за грибочек. Верно? За грибок мы сыграем пока. Колпак. Попробуем. Блин, я не помню, что это за колода. Играем мы против Нептуси. Ну, Нептусь, да. Нептусь может, ребят, нас. Так, я что, с клананасами здесь? Ну, ладно. Так, у него же наверняка есть заклинашка. Так что давай поставим сюда. Я думаю, что у него есть осьминог, и он на воду поставит его. Поэтому я не стал выставлять бобовые. Так. Ага. Мы можем сделать вот так вот, да? Он, значит, делает. Он решил заняться прокачкой, я что ли, так понимаю? Он решил заняться прокачкой, да? Ну, я понял, понял тебя, короче.
Так, как же тут лучше сделать? Поставить этого... Нет, пока никак. Пока вот так вот сделаем. Поехали. Блин, самое обидное, что вот эти будут прокачиваться. Это да. Эти зомби будут прокачиваться. Так. Поехали. Не знаю, ребята, что у него там за заклинание, но наверняка что-нибудь да есть. На самом деле я хотел немножко по-другому сделать. Я хотел этого поставить и бобовыми прикрыться. Но видишь, какая фигня получилась. Так. Понятное дело, что у них прокачка идет. Угу. Очередной наш выход. Раз, два. И прикрываемся, да? Получается так. Ну, трубочист это фигня. Поехали. Сделаем так. Сделаем вот так. Ну и плюс вот это. Конечно, у меня с картами вообще, ребят, беда. Поехали. Сейчас будем смотреть. Он же еще легендарную карту вытянул, да? По-моему, из сундука. Прячет в надгробии. Ну, пускай прячет. Пускай прячет. Я понимаю, что он рассчитывает на какое-то заклинание. Я, правда, не знаю, на какое именно. Он заморозку делает. Даже с одной стороны это хорошо. Угу. А вот кого он сейчас поставит здесь, я не знаю, ребят. Кого он поставит здесь? Мне бы, по идее, этого поставить, да? Но он осьминога своего вшивого позовет, скорее всего. А ландшафта мне не дают. Еще утворяет. Еще он вытворяет здесь. Так, что у него там? Осьминог, скорее всего, у него здесь. Но я так и думал. Призвал своего осьминога, хлыща этого недоразвитого. Угу. Блин, мне не хочется вот этого. Ладно, так вот сделаем. Карту вытянет. Ну что же, давай смотреть, что у нас получится здесь. Этого мы, например, разнесем. Сейчас еще нам защиту дадут, я не знаю, что там выпадет. Наверное, гриб, как всегда. Кровожадность. Уже от безвыходности не знает. Прокачивает карты там как только может. Ну давай этого хотя бы уничтожим. А что делать-то, ребят? Есть, сработала защита у него. Ну и что он там? Я не помню, перемещение или что-то он там может сделать. Нам нужно 8 единиц урона нанести. Сейчас будет 7. Нет, 7 не будет. Пока не будет, ребят.
Две карты. Так, ребят, подождите-ка. У него сколько было зомби? Четырех он уже ставил. Откуда у него еще два взялось? Чего? Слушай-ка, паренек, а ты не прихренел ли случаем-то, а? Чё-то я не врубился, ребятушки. Откуда у него... Откуда у него столько? Все, хана мне. Слушай, по-моему, это чит, ребят. Раз, два, три, и там было три или четыре. Это чит. Самый настоящий. Он не мог столько зомбарей, ребят, получить. Ну что же, ребят, это уже неоднократно встречается. Ломают игры. Ну, флаг ему в руки. Я задание свое выполнил. Так играет только дрищи. Я сомневаюсь, ребят, что он вытягивал из карты, когда зомби вытягивает карту, чтобы тебе выпала еще карта зомби. Это маленький шанс. А у него, извини меня, этих карт сам видел сколько. Так, ладно, у нас следующее задание. Это разыграйте два зомби на воде. И разыграйте три растения, которые стоят, понятно, которые стоят не меньше 4 единиц энергии. Так, зубостизила, ты в этом деле мне поможешь? Должна, по идее, мне помочь. По идее, она должна мне здесь помочь. Так, играем мы против бесячества собственной персоны. Воу-воу, вот тебе и воу-воу. Блин. Ну, хотя бы доборчик есть. Хотя бы есть доборчик. Блин, огурцы. Космические огурцы. А я не удивлен этому. Ребят, это не страшно. У меня колода на хилах. Мне больше другой беспокоит. Значит, у него здесь будет бесенок. Скорее всего, на кровожадности играет парень. Скорее всего. Ну, давай так попробуем. Ага. И все, да? Ну, мы можем с тобой взять огурец. Ладно, я пожертвую болгарским перцем, так уж и быть. Меня туда ли, блин. Хавать его или нет? А с другой стороны, нафиг он нам нужен, хавать его? Пускай живет. Хм. Так, ребят, ну тут что у него может быть? Не знаю, если честно, что у него там может быть. И я могу сделать. У него, наверное, кровожадность там есть, скорее всего. Давай я его схомячу, так уж и быть. Что у него может быть? Призова никакого нет у него. Ага, вот. Ну ладно, одного уничтожил он мне. Капитана огурца, так скажем. О, хорошая карта выпала, алоэ. Так, вот здесь уже может быть, ребята, что-то посерьезнее. Типа заморозка или еще что-нибудь в этом роде. Пам-парам-пам-пам, ну что? Сделаем так.
И вот так. А, рикошет у него. Но это если бы он на ландшафте появился, тогда бы, да, тогда бы был бы у него рикошет. Алоэ стоит 7, то есть один ход нам потерпеть, и в принципе все будет нормально. Ну, понятное дело, испугался, естественно. Даже как. Даже так. Даже так он делает. Ну ладно. Опять могилы будут? Нет, нет, ребят. Вот так вот он решал, решает дела делать. 2,5,7, да, получается? 2,5,7. Да ладно. Че, кровожадность или что там у него сейчас будет? Я не знаю, ребят. Ну да, кровожадность. Меня этот мон не удивляет. Вообще нисколечко. Меня этим он нисколечко вообще не удивляет. Что-то он ничего не стал делать, как мы видим. Ага. Подарочки вытягиваешь. Да дело твое, уничтожай, мне-то что? Карту еще давай только мне за это. О! Кровожадность и прочерк. Нет, парень, это тебе не поможет. Это тебе не поможет, даже не думай об этом. Ой, 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 напугал ты, ё-моё, ежа лопатой. Ну, во-первых, ребята, делается это вот так вот. Понимаешь, да? Потом мы делаем вот так. И, наверное, вот так. Ну, почти хорошо. 4 в лицо, но и тут 4. Ну, то есть нормально так всыпет ему. Понятное дело, кровожадность. Только ты не забывай, что ты в лицо-то получишь. А, у него сработает, наверное, защита. Блок, ребят. Скорее всего, блок сработает. 4 в лицо дадим. У него будет... Сейчас посмотрим. Ну, мы-то хильнемся, главное. Сейчас сработает защита, да? А, нет. Нет, ребят. Защитка у него не сработала. Итого 1 единичка хп. Как делаем? Раз, два. На пробивные. Ты серьезно? Ну ладно. Подставил довольный такой. Угу. Ой, молодец какой. Ой, какой ты молодец, парень, а. Так, что бы сделать-то? Ну, поехали. Лепесточки эти. Ага. Сейчас посмотрим. У него может быть куриный бега там или еще что-нибудь. Я не знаю, ребят, что у него там сейчас будет. Ну, все зомби получают плюс один. Еще плюс один. Так, ты думаешь, что это тебе спасет или что? Ну давай, сделаем так. Дальше-то что? Ну вот, твой выход. Что ты сделаешь? Ой, ой, ой. До свидания. Бесполезно здесь что-либо делать тебе. Единственное, что могло его спасти, это уничтожить всех зомби. А, всех зомби на земле. Это
у него такой нету, да, способности. Это такая способность только у растений. Уничтожать всех зомби на земле. Ну, здесь нормально получилось. Так, зубостизила, мы сыграли с тобой как надо было. Больше четырех там. Угу. Так, теперь разыграйте два зомби на воде. Так, два зомби на воде. Это за кого можно сыграть? В принципе, а что я парюсь-то? Тот самый бесенок. У него как раз есть зомби на воде. У него много зомби на воде на самом деле. Ах ты. Ах ты, жук навозный. И против меня зубостизилу ставят. Не очень, конечно, хорошо. Я бы даже сказал, наверное, очень нехорошо, ребят. Давай на воду, зомби. Ставь. Нормально. Ну, он на хилах ведь, 100%, тебе говорю. Это же зубостизила, ё-моё. Попробуем сделать так. Беспонтовая карта, на самом деле. Ну вот что вот он сейчас делает. Я же тебе говорю, что он на хилах, ребят. Он на хилах. Так, что мы можем здесь сделать? Да пока ничего. Так, ну этого заморозить, понятное дело. Так, он сейчас собирается хилять, я так понимаю, да? Всех. Своей этой дорожкой, этой хилищей, или как она там называется-то? Нет, у него добор. А родничок у него наверняка есть. Давай я сделаю так, так уж и быть. Не совсем то, что я хотел, ребят. Да, не совсем то, что я хотел. Ну, погнали. Совсем, ребят, не то, что надо. Мне, конечно, выпадает. При появлении перемещает зомби. У зубостизилы, насколько... Блин, ну если я его поставлю, фигово будет. При перемещении перемещает зомби. Ну, давай сделаем так. А еще что делает? Еще что делает? Погнали сюда. Ой, защита, защита, ребят, не сработает. Так, у него 10 хп, у меня 9 хп. Ну, ты понимаешь, да, о чем тут идет разговор? Кукуруза. Погнали. Пим. Что у нас там? Кровожадность. Как бы она нам не нужна вообще здесь. Кровожадность это. Беспонтовщина какая-то. Ладно, сделаем так. И все. И больше, ребята, мне здесь нечего делать. Да он любого может сзади поставить сюда и все, ребят. За вот этот цветочек. Видишь, кукурузу ставит он. Все, сфейлился, короче, я. Зомби на воде разыгрался только один.
Да нет, в принципе, я не скажу, что все плохо. Просто, ребята, почему-то очень мало зомби в надгробиях мне выпадало. Если честно. Вообще-то я рассчитывал на заморозку. Так, подожди, тут у нас точно моя колода, может быть, уже поменена? Да нет, вот они, заморозки, вот. Все, все как надо. Но почему-то не фартануло. А не фартануло мне еще потому, что, ребята, этот огурец космический ему надавал легендарных карт. Но, в принципе, за счет этого он, конечно же, и рванул. Там мало того, что тебе дается легендарная карта, так она еще стоит на одну единицу энергии меньше. Как бы, сам понимаешь, да? Преимущество. Вот смотри, опять же, вроде бы неплохая, ребят, рука, но... Ну, вот это что? Вот это вот что? 5, 6, 8? Да куда? Куда нафиг? 5, 6, 8. Ну, у него, конечно, у него там есть... чеснок у него есть. Так, подожди, чеснок. Что он хочет сделать? Я не знаю, что он хочет, ребята, сделать с этим чесноком. Кого-то сзади поставить, наверное. Так. Что-то уже до боли знакомо, ребят, колода. На бобовых, что ли, собирается сыграть? Или что? Мне в любом случае сейчас ничего не светит. Ну вот только если так сделать. Тьфу ты. Ну, это беспонтовый зомбик. Но я же говорю, на бобовых, ребята, решил сыграть, чувак. Все-таки на бобовых. Блин, а бета-картин на бобовых, это не есть хорошо. Так, ну этого мы ушатаем. О! Вот это вот... Друзья, уже как бы неплохо. Почему я не удивлен, а? Ребят, ну почему? Корень, корнеплод прикрывается. Просто тупо прикрывается, ребят. Ну что, заморозка? А у него может, у него, ребята, здесь может как раз быть надгробие. Поэтому сделаем так и вот так. Он может съесть надгробие, я знаю, что он берет обычно. Вот ты жук. Еще вытворяет. Я же говорил, да более знакомая фигня. Так, ну что же, значит, у него нету все-таки, да? Этих чудил. Поэтому погнали. Это меня не интересует. Прокачка, блин. Давай, наверное, вот этого заморозим. Погнали. Окей. Угу. Ну что? Так, ребята, что с игрой-то, ёпрсты? Мне вот интересно другое, у него есть еще замораживатель или нету?
Нет. Нет. Я же тебе говорил, что у него могилы, могилы этот, могилоед есть. А кто у меня там остался, я уже и не помню, если честно. Вот пираты, блин. О, понятно. Пират вот этот нужен был, конечно же, на ландшафте пробивном, но видишь, он мне не выпал. Да все, нам крышка тут. А, нет, пока еще нет, но это, ребята, уже такой фактор. Да, если бы хотя бы отравление было бы. Да? Уничтожать надгробие. Видишь, как подготовился. И груша у него есть. Ну все, тут я проиграл. Че, ребят, тут обсуждать. Даже если бы у меня было бы отравление, ну, кровожадность, вот эта груша бы, она бы сделалась бы 5-4. Ну и сам понимаешь, что было бы. Было бы то, что он меня просто бы разнес бы в хлам. Вот, 5-4. Он бы просто бы потом бы нанес удар и все, ребят. И я бы ничего здесь сделать не смог бы. Как бы вот... И вот этот вот фриз, который словили, конечно, ребята, он очень сильно меня выбил здесь из колеи. Да, бесенок, что-то ты меня как-то подвел. Ну что, попробуем тогда, наверное, взять. Это будет 30... Не знаю, долго придется возюкаться, наверное. Ну, давай, ой, подожди, подожди. А хотя, ладно. Давай. Партийку сыграем все-таки за бесенка. Я просто хочу показать, как вообще должна планироваться игра у меня. Вот то, что в данный момент происходило, это все не то. Абсолютно, ребят. Так, забастизилу дают, да? 39-й ранг. Одного не понятно. Нафиг, ну вот нафига мне вот это вот давать все? Ладно, пока пойдет. Вот это вот на 5 единиц энергии. Здесь я, по крайней мере, спокоен то, что он не сможет уничтожать могилы. Это да. Но в то же время я поставить первую карту не могу. Сейчас будем смотреть, на чем он играет. У него может быть добор, у него может быть съедает зомби. С наименьшим здоровьем. То есть, если я вот этого поставлю, он его сразу схомячит. Миллиардо PC. Миллиардо PC. Миллион PC у тебя, парень, да? Вот, можем проверить его вот таким вот образом. А вот сейчас он покажет свою суть. Есть ли у него... О! Даже так, друзья мои. Неожиданно, если честно. Я понял, что это за колода. С прочерками и тому подобное, да? Давай так вот сделаем. Сейчас будет тут выставлять еще одну тыкву, может влепить, в принципе. Или уничтожить этого мелкаша. Ну, ага, вон как. Еще и отхиливается, смотри. Вот так вот он делает. Так, друзья мои, погнали. Что можно сделать здесь? Здесь можно сделать вот так. И, пожалуй, вот так. Угу.
Здоровится он решил здесь выставить. Поехали. Слушай, ну если он выставил здесь здоровье. Что-то мне как-то не очень это все нравится, ребят. Ладно, на свой страх и риск. Блин, если у него сейчас хилище и эта фигня будет, это будет плохо, ребят. Ты понял, о чем я говорю, да? На этом... Как он называется-то? У меня ландшафт-то где? У меня нет ландшафтов здесь. Бонусной атаки у меня тоже здесь нету, поэтому... Он меня может здесь разнести. Да иди ты в пень. Две хилищи и лужайки. Зашибись, ребята. Ну что, сундук уничтожить, наверное, да? Давай я сделаю, наверное, вот так. Ну и что, и вот так вот что ли сделать? Или как? Минус 1-1 по земле может сделать он, да? Точно, он же может сделать минус 1-1 по земле. Ладно, я пока ничего больше делать не буду. Хочу посмотреть. О, видишь как? Это плохо, ребята, это плохо. Вот это хорошо. Какая благодать, ребят, какая благодать. Хочу посмотреть, что сейчас будет. Угу. Тыква. Перемещает. У меня заморозка есть. Это тебе не поможет, парень. Это... А, вот как ты делаешь. Ну, допустим. Все, да? Так, замораживаем этого чудилу. Ай-яй-яй-яй-яй. Что тут еще можно сделать? По-моему, ничего. Поехали. Ну, съешь ты вот этого, и что дальше? Или ты возьмешь добор, я не знаю, что там сделаешь. Но тебе хана в любом случае. Все, до свидания. Ай-яй-яй-яй-яй. Поехали, ребят. Вот так должен работать этот парень. Именно таким вот образом, как вы сейчас видели. Да, у него, конечно, был коварный план. Знаю я, ребята, вот этих вот чудиков, которые сейчас вытворяли. Как он хотел все это разыграть. Но, видишь, не будь у меня заморозки, он бы выиграл. Не будь у меня заморозки. Ой, ёпарасоте. Ночной колпак, ребята, собственной персоны. Что тут сделаешь? Не знаю, что мы тут сделаем. Да, наверное, ничего. Первого хода у меня нет. Сейчас начнет выставлять свои эти. А, даже так. Беда, ребята, просто настоящая беда. Что, у него там фруктовый микс наверняка припасен, да, для меня? А, банан. Что, два банана, что ли? О, как. Ну, допустим.
Сейчас посмотрим. Блин, у него же там... Ладно. Сейчас глянем, ребят. Есть ли у него заморозчик могил или нету? Нет, у него все на грибах. У него все, ребята, на грибах, и это хорошо. Угу. Да, ребята, у него здоровье-то побольше у меня. У меня 12 хп. О, видишь, что тут вытворяет. Вот так вот. Почему-то я, ребят, не удивлен. Давай, наверное, сюда поставим. Ну что опять-то, ёп... Бесит, ребят, меня вот эти фризы дебильные, идиотские. Защита, отлично. Давай, ныкайся. Так, заныкался. Теперь поставим, наверное, вот так. И пока все. Ну. О. Да пока хороший, ребят. Сейчас, конечно, будет расколбас. Угу. Вот даже как. Блин, ребят, фиговая. На самом-то деле. А на самом деле очень фигово. Поехали, посмотрим. Но он сюда же ведь может поставить кого-то, так ведь? О, видишь, как делает. Все, ребят, нам кранты. А что я не понял? А что случилось-то? А, он два в лицо мне зарядил. Он два в лицо мне стрелял. Он не стал уничтожать никаких зомби, просто выстрелил в лицо. Вот так вот. Вот так вот. Так, блин, теперь вспышка на солнце. Бесенок, что-то ты меня начинаешь раздражать. Почему у тебя не клеится игра? Ну, более-менее, более-менее. Первый ход есть? Сейчас что-то нам прилетит. Естественно. Естественно, ребята, нам прилетает. Ладно, если что, я его спрячу сюда, наверное. Как думаешь, надо прятать или нет? Думаю, что надо. Я думаю, что надо его прятать. Да, у него преимущество, конечно, не спорю, ребят. А чё вот я скажу, чё я выиграл, блин? И... Да. Если бы я хотя бы бочку бы применил бы, мы могли бы этого хмыря уничтожить. А так я ничего не выиграл абсолютно, ребят. Видишь, этот еще солнце свое тут накаливает. Ё-моё, а... Слушай, подожди-ка, а не слишком ли...
Сколько? А, у него же на одну энергию больше идет. Ёпрасоте. Ох, ребята, вот сейчас мне прилетит. Уже прилетело. Так. Да чтоб тебя, а, чтоб... Погнали. Угу. Не стоит мне пока тратить. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Давай так сделаем. А там посмотрим. Еще вытворяет. О, друзья мои, ну тут понятно. Пацан на одних прочерках. Что-то как-то не особо хорошо тут получается. Ну все, нам кранты, ребят. 5 в лицо получим, только шорох. Три, два и до свидания. Короче, не клеится игра сегодня вообще никак. Этого мага не успел сделать. Ландшафт, соответственно, тоже не успел поставить. Так, бесенок, давай-ка мы, наверное, отдохнем с тобой. Возьмем зубостезилу. Тут такая фигня, ребят, периодически надо менять. Если ты долго-долго играешь за одного какого-то персонажа, начинает, короче, компьютер тебе давать таких противников, с которыми тебе просто не справиться. И элементарно, ну, элементарно не везуха там. Там по-другому не скажешь. Заморочиков нету, а если есть, так они слишком поздно выпадают. Как-то вот так вот. Ну давай, бесенок. О, еще вытворяет. Ну что, с этими надо, ребятами, быстро разбираться. Я, в принципе, намек понимаю, что они хотели здесь сделать. А можно было, конечно, и слопать, если честно. Угу. Сосисочник. Давай так сделаю. Буду здесь мозги выносить. Ну, переместил ты, ну и что дальше? На, получи. Ну, звездочку мы получили. Так. Ну, это ерунда все. Можно звездануть, ребята, можно. Но, наверное, лучше сделать вот так вот. И вот так. Окей. Но у него может быть еще перемещение. Сдался. Он просто, ребята, взял и сдался. Ладно, это его дело. Че я буду наставить? Блин, у меня, ребята, кофе закончилось. Надо идти чашечку горячего налить. Потому что без кофе, ты сам понимаешь, да? Без кофе я как плавленый сырок. Ну и зачем вот это вот мне здесь? Твою налево. Вот ландшафт этот сейчас. О, спасибо хоть за добор. Спасибо тебе за добор, игра. Опасный тип. Имеет флакон, имеет дофига всякой гадости. Оу, щит, ботанка. Значит, заклинашки нас ожидают, да? Значит, нас ожидают заклинашки, ребята. Ну, я знаю, как здесь противостоять. Попытаемся, по крайней мере. Будет прикрывать ботанку, нет? Никак тебе не прикрыть, да, ботаночку-то эту?
Но у него тьма заклинаний. И я так понимаю, что здесь у него, скорее всего, будет вирус рулить. Да, скорее всего, будет вирус рулить. Так что, ребята... Ага. Я не знаю, кто там у него и что там у него. Но сделаю, наверное, вот так. Угу. Так, 5, да? 5. Но у него энергии больше, поэтому... Он, гаденыш, у меня еще энергию ворует. Ботанка. Хм. Давай так сделаю. Посмотрим, там у него вирус или что-то будет. 100% тебе говорю. Так, вытягивает карты. Че, неужели тебе ничего не выпало? Ага, шаманство. Окей. Так, ну в следующем пойдет, конечно же, у меня... Так, мы сейчас еще карту вытянем. Кукуруза. Семеру стоит. Допустим. Он задолбал, я забываю про этого воришку, блин. Ха, вот так вот, да, значит, ты сделал. Давай вот так вот поставим. А там будет видно, что он, наверное, вирус. Ждет вирус, ребята. Это единственный вариант, что я могу предположить. Не переживает, потому что знает, да? Ясно. Как ты заколебал, а? Блин. Ну что, 2 и 2 делать, да, наверное, получается. 2 и 2. Так, вытягивает. Ага, вон у него что есть. Угу. Так, 4. Ну, я думаю, что кукуруза сейчас справится с этим охламоном, да? Я даже не думаю, я знаю, что она справится. А вот кто здесь у него? Опять этот ворюга, а? Опять этот ворюга энергии. Угу, окей. А, шаманство. Ладно, сейчас защита у нас сработает. Захомячим, наверное, ее, да? До свидания. Карточку мне, пожалуйста, дайте хорошую. Отличная карта. Отличная карта, ребят. Это там все ворует у нас энергию. Ладно, пускай ворует. Так, что мы можем сделать? О как. О как, ребятушки. Круто повернулись дела. Так, будет, наверное, заклинашки применять, скорее всего. Превращает там в кого-то. В кого ты превращаешь? О. Нет! Ну ёпрсты, ну... Ребят, ну это разве справедливо, а? Ну, еще не легче. Так, ладно. Что я могу здесь
сделать. Кокосовый король. Это ерунда. Так, друзья, он сейчас сделал отмену. То есть он как бы не стал продолжать. 5 и 5, 9, да? 9 мне не пробить. Дело в том, что мне в любом случае придется что-то выставлять. Поэтому я сделаю вот так вот. И вот так. Поехали. Я думаю, не надо никому объяснять, почему именно так сделал я. Этот, конечно, будет прокачиваться. Да, тут базара нет, ребят. Пока придержим. Так, выпадает алоэ. Угу. Да, ему тут тоже, ребята, как бы напряжно. Я могу этого поставить. Так, у него еще одна мумия, да? У него, ребятушки, еще одна мумия. Поэтому что делаем? Выставляем так. Это раз. А второе, что я, наверное, сделаю, это... Вот так. Вот пускай теперь сидит и думает. Да ты серьезно? У тебя шаманство еще, оказывается, здесь есть. Так, превращает. В кого там превращает? Ага. Ну что же, ребята, дела дрянь, конечно. Ну ладно, посмотрим. Одно хп, да? Одно хп. Ну что, ребята, ему... А, как же я сделаю это, ему кранты? Как же мне это сделать? Поставить этого? А, ну все, да. Все, ребят. Блин, подожди, все. Какой все? Какое нафиг, ребята, все? Какое, ребята, нафиг все? Так, ну, берет энергию. Разыгрывание зомби. Так. Берет мумию, выставляет. Допустим. Превращает ее в другую карту. Допустим. И все? Понятно, короче, хана ему, ребят. Поехали. Так, ну, мы хильнемся, это понятное дело. Сейчас хильнемся хорошо. Ну, не настолько прям хорошо, как хотелось бы, но хильнемся. Так, вот, вот это вот, конечно, да, бесявый, я не спорю, ребят. Бесявый, но у нас есть алоэ. Слушай, у него... О, я понял, ребята, на что намек идет, ё-моё. Ты видел, что у него есть превращение, но у него нет мумий? Как мне воплотить вот этого... С уроном.
Я вот тоже не знаю. Так, если он сейчас этого превратит, а он наверняка их захочет превратить. Так, он уже не знает, ребята, он уже не знает. Я надеюсь, зомбобота у тебя там нету. Ну все тогда. Тогда извиняй, парень. Нет, тебе не поможет. Так, этого в минус. Так, хилочку. До свидания. Так, Петифан, да, нам светит. Блин, я боюсь, что он зомбобота, ребята, влепит сейчас. А, он сдался. Я просто понял, зачем ему вот этот вот король зомби. Если вот на этого сделать превращение в другого зомби, он превращается 80% в зомбобота. Ну и тогда ты сам понимаешь, что будет. Он уничтожает всех моих бойцов, которые у меня стоят на карте, и дальше меня тут разбирают как сосунка. Вот все. Так, подожди, случайно не тот же самый мне выпал? Киборг. Киборги атакуют. Ну, что это? Ну что это, ребят? Ну, это несерьезно. У него наверняка валун. Вот я почему-то, ребята, предчувствую, что у него есть камень. Я не знаю, кто у него тут стоит, но проверить надо. Ты серьезно? О, блин. Я же забыл, что он энергию дает. Ты смотри-ка, у него не было камня. Ребята, это радует. Или это обманка, одно из двух. Либо это обманка, что у него нет камня. Потому что стоит, наверное, капитанчика поставить огурца и сразу же... Ах, вот так вот даже. А ну-ка, иди сюда. Ну, я так понимаю, он на заклинашках хочет поиграть, да? Вирус. Понял. Все-таки на заклинашках, да? Это плохо, ребята. Это плохо. Кто же там у тебя? Ты хочешь через вирус поиграть, да? Давай я вот так вот поставлю. О! Один пристрелил. Ну давай, давай, ты его прокачивай, я потом тебя уничтожу к чертовой бабушке. Неприятно, конечно, получить урон столько. Но, ребята, сейчас пойдет, короче, у него вот эта вот волокита. Сейчас у него пойдет эта волокита. Угу. Да и хорош пока. Не удивлен, ребят, нисколечко. Вот серьезно тебе говорю. Все свои вирусы практикует. Вирусолог фигов. Так, что делать-то мне? Как ты мне дорог, а? Будем сейчас смотреть, что он будет тут колдовать. Ты смотри-ка, у него ракеты есть. Угу. Понял я тебя. У тебя есть ракеты. Наверное, у тебя еще есть ракеты, да, я так понимаю. Наверное, у тебя еще есть ракеты.
Ну, понятное дело, шаманство, конечно же. Так, ищет бомбу или гранату. Не знаю, что он там ищет, короче. Ну, что-то ищет. Ой, бонусную атаку сделает. Ага, защиту, ладно. Так, сделал защиту. Сейчас, ребята, мы ему крылышки подрежем. Да, такой нежданчик, да? Ну, уничтожил ты растение. Мне, ну, давай дальше. Так, сколько у тебя там? 6 кп осталось. Точнее, 2. 2 хп, друзья мои. Так, что мы сделаем? А мы сделаем, наверное, следующим образом. Поставим алоэ вера. Ну и, наверное, еще вот так вот. Ну и будем смотреть, как он с этим, со всем делом будет сейчас справляться. Ему нужно уничтожить этого, этих двух. Ну, этих двух можно прикрыть, в принципе. А вот как на воде он будет справляться, я не знаю. Начинается, смотрим, ребята, шаманство. Так. Что дальше? Так, на земле получает минус один. Допустим. Все? А, вытягиваешь карты две, окей. Да и все, наверное, я понимаю. О, мышек ты... Летучих мышек ты решил разместить? Ну, ладно. Да нет, тут все. Ну что ты здесь делаешь? Ну 6 единиц здоровья ты себе установишь. Ну, и все. Ну, еще поживешь маленько, гаденыш. Совсем чуть-чуть, ребят, поживет. Спрятался, да, типа? Ай. Давай я сделаю вот так, наверное. Тун-т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 ун
дальше что? Давай, поехали опять. Ну, ты уничтожил, красавчик. Что дальше-то? Рикошет. Допустим. И все. Это тебе не поможет. Хлыщ. Знаем этих ботаников. Не, ребят, на самом деле ему здесь, знаешь, кто не выпал? Ему не выпал гадости или сладости. Он его, видимо, искал, но он у него не выпал. И поэтому, ребят, свалился. А так он должен был появиться где-то здесь, вот в надгробии. И он бы его вызывал бы и, соответственно, начал бы прокачивать, прокачивать. И все в таком духе. Ну, извини меня, на ландшафте на таком. Ой, ё-прысоты. Великанус появился. Тысячу лет не видел великануса, и на тебе он появился. Да, серьезно, давно не было великануса, я не дрался с ним. Так, 31 ранга. Клемпойнт. Как звучит-то хорошо, клекпойнт. А, клемпойнт. Ладно, не имеет значения. На следующий ход, наверное, мы поставим с тобой... У него есть валун. Я вот не помню, что у нас... Да не то, что, ребята, не помню. Я даже не знаю, какие у великануса вообще карты. Потому что этого героя у меня нет, и я не могу сказать, что у него в наличии. Что он может выставить. Но я знаю, что, наверное, стоит нам все-таки поставить... О, видишь, что он делает? Нам, наверное, нам стоит выставить вот это вот. Скорее всего. Скорее всего. Может быть, он, конечно, будет сейчас прокачивать. Я не знаю, что он делает. Вот, хоть ты трясся, я не знаю, ребят. По поводу ХП я пока не переживаю. Хоть у меня нету достаточного хила, но он пойдет. Должен пойти. Если я даже его поставлю,
Будет ли он применять какие-нибудь заклинания? Или все-таки не будет? Нет, он не стал ничего делать. Это его право. Смотрим дальше. Оу. Вот где бананчик, ребят, который мне нужен, а? Где тот самый сладкий бананчик, который мне нужен? Скажи ко мне на милость. А бананчика нету. И это расстраивает. Зато пришла у нас помидорка. Это же помидорка. Да, это томатный механик, это помидорка. Либо нам выставлять твою помидорку, либо выставлять нам огурец. Либо же ставить на запрет бонусных атак. Значит, таки помидорку. Значит, все-таки придется ставить помидорку. Раз он пошел вот так вот. Угу, гадость или сладость, я понял. Я тебя прекрасно понял. Коварный, конечно, чувак. Я про великануса. Я про великануса. Что нам дальше-то делать? Хм, сундук. О как. То есть ты хочешь сейчас использовать бонусные атаки, что ли? Я не пойму. Ну-ка, давай проверим так. Или хочешь просто прокачаться? Вот он сидит и думает, куда бы эту карамельку потратить? Либо сюда? А, вот у тебя что? Вот у тебя, оказывается, что было. И прокачку, да, еще делаешь? Окей. Пока не срабатывает, ребята, блок, к сожалению. Банана нету, где банан? Где банан? Где банан? Вот нет банана, ребят. Ну что, пора его наказывать. Я понимаю, так ставим этого и прикрываемся. Или как? Или пускай он наносит урон. А вдруг не сработает защита? Угу. Марика, что делает? Или же можно поставить и добрать две карты. Все, я понял, ребят, что мы сейчас сделаем. Мы сделаем с тобой добор. Поехали. Вот так это будет выглядеть. Ну, карамельку, конечно, он сейчас сюда поставит. Наверняка. Карамельку же этот чувак получал? Получал. А-а-а. Даже так. Блин, это плохо, ребята. Значит, все-таки на бонусных атаках хочет сыграть. Ну что, ставь там куда-нибудь карамель свою. Сюда? Окей. Поехали. Так, этого в минус, этого в минус. Тут, я надеюсь, защита все-таки сработает. А вот и не сработала, ребята. А вот у нас и не сработала защита. Это плохо. Блин, горел я.
Алоэ вера, дожить бы до него еще, до этого алоэ вера. Сюда поставим перец болгарский. Плюс хил, да? Плюс хил. Блин, у него бонусные атаки, мне кажется, должны быть. Не знаю, ребят, почему-то кажется, что бонусные атаки должны быть. Сладости или гадости здесь? Это я тебе 100% говорю. Поэтому, наверное, я сделаю вот так. Вот так. И вот так. Ох ты. Ох ты, что у него тут? Ну и куда ты будешь бумкать? Сюда, наверное? Ожидаемо. Ой, блин, ребята. Кого, сюда, что ли, бомбить будешь? Нет, только не сюда, блин. Так, мне 3 хила поможет. 6, 2, 8 плюс 12. Ну, спасет меня этот хил. Нет, уже не спасет, ребят. Это же надо ему ландшафт заморозка выпал. Ё-моё, ребят, ну тут все хана. Чистая, чистая случайность. Если бы не ландшафт, вот этот заменился бы. Естественно, ему на следующем ходу был бы крант, и я бы ставил бы алоэ. Ну и там бы понеслась бы, как говорится, разборка. Причем разборка не жесткая, не хилая, поверь мне. Ладно, сейчас мы еще. Так. Вот здесь, кстати, очень, ребята, хорошая комба. Знаешь почему? Смотри, два болгарских перца плюс хил. Здесь можно даже немножко потерпеть. Угу. Вот так вот. Пока вообще не реагируем. Абсолютно никак, ребят. Абсолютно никак. Пускай он сюда там ставит, кого хочет. Мы сделаем с тобой... Ага, он еще и на пиратах. Я понял. Мы все успеем здесь отхилять. Все как надо сделать. Не волнуйся. Вот, смотри. Поехали, раз. Ой, тупанул. Тупанул, ребята. Ладно, шиш с ним. Хотел же, блин. Ну, бывает, что ж делаешь. А? Да, сдался, понятно. Я хотел же еще одну энергию потерпеть, чтобы прокачать их двоих сразу же. И что-то тупанул, поспешил, растерялся. Ладно, бывает такое. Ну что ж, давай посмотрим, кто нам следующий достанется. Да ёб просоте, блин. Опять этот великанус. Ну давай, наверное, так. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё, ну что? 3 и 3. Ага, ну хотя бы этого дали. Что, хомячим его? Он беспонтовый, ребят, все равно он его просто так вызывает. Он ему не нужен, поэтому он его и тратит здесь. Ну, мы, по крайней мере, свой урон не получаем. Хотя, с другой стороны, нам урон нужен, если мы хотим прокачиваться дальше. Второго хода уже нету. Пока. На самом деле, мне бы лучше бы добор бы получить. Так, что у нас там, вспоминаем, в тот раз, как он меня одолел? Ага, с помощью надгробий. Он меня с помощью надгробий. Ну, не именно этот персонаж, но тоже за великануса играл. Ну, чё ты там мозги компасируешь? Компасировальщик мозгов. На дурачка косишь, да? Так, отлично. Смотрим, ребята. Мишень. Уничтожаем. Естественно, уничтожаем его через колотушку. Он же сейчас ничего не будет ставить. Верно? Верно. Поэтому пошел, как говорится, прочь. Возможно, еще у него есть такой чувак. Возможно, ребята.
Давай попробуем, рискнем. Угу. Еще у него есть. Кого он сейчас поставит? А мы тогда поставим с тобой ландшафтик, наверное, да? Что скажешь? Если я сделаю вот так и вот так. О, как. А, ага. Ну что ж, понятно. Ну, этого, ребята, в труху тогда сносим. Нет, наверное, вот этого все-таки в труху сносим. Посмотрим, что он там сделает сейчас. А ничего нету, да? Так, защитка сработает, надеюсь. Угу. Пока не нужно. Так, розы, что-то слишком дофига роз нам выпадало нам. Угу. Ну что, я не знаю, ребята, бонусная атака у него есть, нету. Давай сделаю, наверное, вот так вот. И вот так. И вот так. Ну, понятно, вытягиваешь две карты. Кровожадность. А мы будем доборами заниматься пока, ребят. Да что ты мне на розы-то на эти подсадил, блин? Он мне на эти розы все подсаживает. Что делать-то? Давай сделаю так и вот так вот. Мишень. Окей. Так, кровожадность плюс прочерк. Тут то же самое. Окей, поехали. Блин, сейчас защита сработает. Бэмс. Так, ну ох, как хорошо. Ой, ребятушки, это просто замечательно. Это просто замечательно. Такс. Блин, наверняка у него там будет добор. Наверняка, ребят. Тогда мы сделаем, наверное... Черт подери, как лучше тут сделать-то? Не надо бомбить. Надо бомбить. Надо, друзья мои, уничтожать. Не зря он себе оставил столько энергии. Не просто так. Сундук. Так, способности пошли. Ладно. Вытягивание двух карт. Допустим. Уничтожает. Ладушки. Так, мы сейчас вытянем карту. Сундук, естественно, в труху. Так, и хильнемся еще. Нормально. Вот это вот вообще не в тему. Вот это вот нафига мне нужно. Так, друзья, ну что? Что-то он тут мутит. Что-то он тут мутит. Он что-то хочет поставить. Не зря он пропустил ход. Давай я сделаю вот так, наверное. И вот так. Ну, ландшафт это наверняка у него там есть, да? Ага, призыв.
О как. О как, ребятушки. Пошла горячка, да? Ладно. Алоэ нам поможет. Ты вот сейчас серьезно, что ли, блин? Это, конечно, беспонтовая, ребята, карта. Но этого чудила уничтожим. Если он тут на что-то надеется, даже пускай не это, не вякает. Так, ребятушки, поехали. Начинаем, короче. Так, три. Давай, наверное, так вот сделаем. Да ё-моё. Пам-пам-парам-пам-пам. И вот так вот. А там посмотрим, кто у него. Ох, 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 вылезло чудило. Опять ты со своим шаманством, ты запарил уже. Ну и что ты, это все равно хлыщ у тебя сдохнет. Что ты с ним тут не твори? А вот это вот неприятно. Но это тоже отдуплится. Что он достал своими доборами, а, ребят? Поехали, короче. На, говна кусок. Кого-то там вы... Ага. Так, что нам выпадает? Это не особо хороший. О! Вот! Но опять же, ребята, опять же. Как ты заколебал, а? Че, возьмешь этого тюфяка? Бери. Так, ботанка. Ботанкам тут не место. Так, дальше-то что? Ну, возьмем, например, сделаем так. Это раз. Раз, два, три, раз, два, три. Ну, давай так сделаем, наверное, еще. Пускай он туда переходит, куда хочет. Что у него? Ага. Навозник. О, подарочки. Жалко, конечно, что я не успею ими воспользоваться. Ну. Так, 6-4. Блин, там, конечно, влетит в лицо. Прячет. Ладно, прячь. Понеслась, короче. Ать, ать, я совсем забыл, что тут прочерк, ребята. Даже, ребят, пока не знаю, как сделать. Наверное, поставим так. Поставим так. Этого хлыща в любом случае нужно убирать отсюда. Куда ты там перебегаешь, охламон несчастный? Ну и, наверное, вот так вот. Давай смотреть. Ну, нам крышка, ребята. 6 в лицо сработает, да? Угу. Сработает. Ну, тут нам никак, ребята. Даже если родничок выпадет, все равно не поможет. Никак. Никак.
Потому что вот этот вот охламон будет атаковать. Да, тут тем более. 6, 3 и 8. Все, ребят. Вот это вот меня, конечно, вот это самая большая пакость, которая была. Если бы он мне не поменял бы вот этот вот хилищую лужайку мою бы не запорол бы, мы бы по-другому поговорили. Откуда он берет вот эти вот ландшафты, я не знаю, друзья. Ледяные. Так, ну что, Нептусь у нас. Поехали. Нет, ну вот все хорошо, все, и карты идут. Но где хилочка-то? Вот вы вот мне даете, а где хил? Еще один паразит. Ребят, на надгробиях, блин, как я ненавижу, когда вот начинает с надгробиями играть. У меня нету, понимаешь, я не могу уничтожить надгробия. И вот это меня прям бесит. Ну, дали хилку, окей. Кто там вот у него? Я не знаю, кто там у него, но... Давай сделаем так. Так и вот так. Ага, он на пиратах. Все, я тебя понял. Хм. Кальмара поставит? Осьминога своего или кого? И рикошет делает. Слушай, ну с одной стороны, это даже хорошо, ребят. Мы этого охламона, по крайней мере, уничтожим. Ведь он же будет прокачивать их. Конечно, будет. Так, два. И два. Оу. Нежданчик, друзья мои. Для меня это плохо. Почему? Ну, потому что вот он сейчас будет. Ты прикинь, а? Он еще и поставил куда надо. Сундук. Давай я так вот сделаю. Пират. Ты посмотри, он еще и вирус, ребята. О, все. Он еще и вирус тут свой. Как будем тут выкручиваться, друзья? А у меня никаких пока идей нету. Не, можно хильнуться. Но что мне это даст? Хил. Что мне даст этот хил? Нет, тут все. Два, три, пять. Хана. Сундук еще этот дурацкий. Да ну что этот родничок, ё-моё. Серьезно. Не, можно ландшафт ему поменять, конечно, вот этот вот. Так вот если сделать. Ну и плюс, например, вот так. И вот так. Ну и что, он сейчас будет... Кто у него? Пират здесь. У него конфеты. Сейчас будут конфеты свои тут. Все, я понял. Ну кто знал, что у него есть, ребята, отскок? Я бы, например, не подумал бы, что у него будет отскок на пиратах. Я вот помню, играл на пиратах. Ну, конечно, не за Нептусь. За кого я не помню, за пират. Уж я точно отскок не брал. Бывает такое.
Я говорю, и перец болгарский, все вышло. Но вот эти вот надгробия, которые ты видишь, это, конечно, для меня это хуже не придумаешь. Потому что у нас нету, кто бы мог уничтожать надгробия. Вот и все. Чариса. Пока абсолютно ничего сделать не могу. Да и незачем болгарский перец тратить на просто так. Пускай хотя бы урон он нанесет нам. Тогда да. Отлично, два перца, ребят. Два болгарских перца плюс... Слушай, ну в принципе неплохо. Ну на чем он играет, я не знаю. На заклинашках, наверное. Кстати, я давно не видел, чтобы они играли на спортивных колодах. А в свое время, я помню, спортивная колода была вообще топ. Ну давай ты, ё-моё, ну что ты время там тянешь? Так, доборы. Ну да, скорее всего, друзья мои, на заклинашках он собирается играть. Скорее всего. То есть у него нету юнитов, чтобы поставить на доску. У меня есть, но смысла их ставить тоже нету. Да, он на заклинаниях, ребята. Ну что, давай проверить его на ландшафты. Сейчас поставим хилищую лужайку и будем смотреть. Скорее всего, сразу же на нее кого-то влепит для перестраховки. Скорее всего. Сейчас посмотрим. Проверка. Угу. Вот так вот. Воу, 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 тише. Ну все, ребят, это имба. Это, ребята, была имба сейчас в данный момент. Ладно, попробуем все равно, ребята. Урон нам получаем. Я надеюсь, у него хилищей лужайки нет все-таки. Ой, хилищей лужайки, что я несу, ребят. Какая хилищей лужайка? Пускай наносит урон, пускай. Наверное, пока потерпим. Давай еще вот так вот сделаем. Он вытянул, друзья мои, такую карту, которая уменьшает призывные карты на одну единицу энергии. То есть это скилл, точнее призыв этого, великануса. Он сейчас может меня разобрать, если он сейчас будет здесь разыгрывать... Фиг знает сколько заклинаний, он скорее всего будет это делать. Так, а у него смотри-ка. Хм. Кого-то сюда хочет поставить, да? Окей. Так, ребят, ну пора нам уже выходить. Нам пора выходить. Я имею в виду именно с хилами. Совсем полагается. Погнали. Так, он прикрылся. Что он там сейчас будет делать? Я не знаю. 6 единиц здоровья восстанавливать себе. Пока больше, я думаю, ничего не стоит делать. Угу, вот так вот. Ну, тут понятно. Тут уничтожает. А, он восстановил себе здоровье, все, да? Ух ты, какой жук. Так, 9 и 4. Ну, нормально так. О. Так. Так. Ну, этого, естественно, сейчас уничтожаем сразу же.
Вампиришка меня не интересует нисколечко. Вначале уничтожаем этого, да, или как? Как тут сделать-то лучше? Пятнадцать мало, блин. Но все равно надо. Так, ну что, поехали. В труху. Погнали. Угу. Ну, заклинашка у него тьма должна быть. Ну, что ты там сидишь, тупишь, блин? Потом что? Потом алоэ веры? Да ладно, только не говори, что это у меня. Нет, слава богу, не у меня. Фух. Пока все. Куда он его перемещает? Сюда, что ли? Ну, а куда еще, ребят? Куда он еще может переместить? Так. Ну, ребят, на следующем ходу ему крышка. Все. 11, да? 11 плюс 2 и 4. Это будет 15. 17. Так, этого убирает. Я просто подсчитываю. 4. Ага, 17. Так, здесь он меняет ландшафт. Плюс прячет надгробие. На что он рассчитывает, идиот? Ну окей. Ну что, ребята, пора. А если он думает, что... Я только хотел... Я только хотел... раздухариться. И не вышло ни шиша. У него, оказывается... Вот он что, гнал-то. Гнал заклинашки. Я понял, ребят. Вот он гнал для того, чтобы курабойщика призвать. Ладно, ребят, давайте последний поединок отыграем. И будем закругляться. Все, что набрал, все спустил, все слил. Видишь, чуть-чуть, ребята, буквально на один ход не успел. И все, и фейлился. Так, ну что у тебя там? Я знаю, что ты там хочешь сейчас применять. Свои там кровожадности, как ты это всегда любишь делать. С полетами. Угу. Ландшафт. Че, он надгробие, как всегда, будет ставить ведь? Наверняка. А слушай, не стал он ставить надгробие. Да я, наверное, ничего пока не буду делать. Ну, допустим. Блин, где ландшафт, ребят? Где ландшафт? Ну, выставил ты этого чудил свою. Ну и что? Ты думаешь, я тебе вот так вот просто дам спокойно здесь играть за него? Нет, конечно. Блин, на следующем ходу у него срабатывает. Ага, вот и ландшафт. Так, он одну энергию, ребят, я знаю, для чего перебережет сейчас. Чтобы переместить его сюда. Сделаем тогда вот так вот. Пускай он там перемещает, что хочет делать.
Как ты мне дорог, а? Все? Нет, он не успокоится, да? Че он мутит? Я не помню, ребята, что ты... А, ну все, 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 он хочет... Кровавую луну, что ли, сделать хочет? Я не пойму. У него есть кровожадность, да, насколько я помню? Да, у него есть кровожадность. Он может ее применить. Ну, поехали, я сделаю так. Ну и все, наверное, пока. Что мне здесь еще делать? А, заморозку ты делаешь. Ладно, заморозка так заморозка. Поехали. Чпок. Не самый лучший вариант, ну ладно. Но превращается этот охламон в кого? Ну, в хиллера. Я его могу... Чпок. И все, в принципе, да? Сделаем так. И сделаем вот так. Он все равно должен, ребята... Ага, вот что. Превращает. Да, 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 да. Я понял, ребята, на что идет... Уклон. Вот это вот плохо. А вот и кровожадность. У него, значит, не было, ребят, до этого кровожадности, к сожалению. Только сейчас она у него появилась. Угу. Да, 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 ага. Держи карман шире, охламон несчастный. Вот так вот мы сделаем. Да. Мы сделаем вот так. Ну и что там у тебя? Ну, ставь свой зомби-астронавта. Все, поехали. Чик. Добор. О, хорошая, ребят, карта выпала. Что, пора, наверное, с этим теперь разбираться или как? Чё? Чё? Гаргантола, хочешь сказать, у тебя есть? Я не поверю. Я не поверю в это, парень. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, как же я так лопухнулся-то? У него же запрет на хил идет. Ну, заморозка. Еще и кровожадность. Ладно, пускай, пускай, ребята, делает, что там хочет. Главное, чтобы птичку не тронул у меня. Бонусная атака. Ух ты, еще и проскок. Ну, ребят, защита сработает. Угу. Защита. Ага, значит, здесь работает защита. Ну, даже и лучше так будет. Да с какого фига-то, блин? Ой, наверное, вот этого схомячим. Ё-моё, не того схомячил, друзья. Хотя, подожди, ладно, нормально. Гаргантолог, да? Гаргантюашек будет ставить. По идее, должен же так работать этот принцип. Угу. Тынь-тынь-тынь-тынь. Что нам сделать? Что нам сделать? Как нам сделать? Что нам сделать?
Ну-ка. Надеюсь, у него нету. Угу. Потому что ты заколебался своими проскоками. Все, нам крышка, ребят, да? 2, 4, 6. Он два раза бомбанет сейчас. С ним проскоком со своим дебильным. Все, друзья, закругляемся. Отдубасили по полной программе. Но зато хоть посмотрите, как фейлимся. Практически, сколько, я не знаю, там 6-1 счет. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.